филиале Национального центра повышения квалификации УРЛЕУ прошел воркшоп. В нем приняли участие порядка 100 учителей со всей области. На платформе Zoom педагоги говорили о своем профессиональном развитии. Сейчас здесь обучение проходит около 1500 учителей. Из них свыше 700 проходят курсы по профилю. Важно, как мониторят на местах изменения, произошедшие с педагогом за это время, и действительно ли внедряются те инновации, те новые методы и подходы, которые мы преподаем им здесь. Поэтому сегодня примут участие в качестве спикеров и директора школ, и тех педагогов, которые отучились, начиная с августа в этом году. И сами слушатели курсов скажут свою обратную связь о том, как проходит курсовая подготовка. И нам очень важно, как оценивают это заведующие методическими кабинетами.